Всем привет, я нахожусь в Ессентуках. Приветствую. И мы с Серегой решили запилить обзор на ее, на его девяточку. Правильно? Это же девяточка? Да, конечно, девятка старенькая, добренькая. Но главное, то, что она тебе служит верой и правдой, правильно? Да, пока да. Угу. Расскажи, что тут по системе. Короче, у тебя? По системе стоит вон там вот Мехман. Так, вижу. 370-й. Угу. Вот там. От него протяжечки пошли, да? Да, от него две протяжечки PV3 50 квадратов. Это плюс-минус. Это полтинник? Да. Все вроде-то тоненькие какие-то, нет? Нет, там нормальные. Это ГОСТовские. Угу. Пошли вот сюда. Это у нас титанат на 40 ампер. Титанат спрятан? Да. Вот, потом отсюда идет три протяжки плюса. До следующих. Для титаната там две секции в багажнике стоят. Сейчас посмотрим, мы их увидим или да, нет? Да, увидим. И два минуса также на шину, на минусовую. Дубляж тоже есть минуса на корпус, потому что все завязано на корпус, потом приходит. Я понял. То есть у тебя три плюса и два минуса. Почему Но минус так? Еще дублируется на корпус. Все, понял. Там еще дублируется на корпус. Это у тебя на 250 эти приедут, да? Да, на 250. Запасом, на всякий случай. Ну, все, понятно. Здесь все ясно. Начнем. Что тут дальше у нас в салоне? Головное устройство? Да, как у всех, 80-й. 80-й. А как у всех 80-й? Ну, не знаю. По динамикам, короче, стоят динамик стейты 16.3. 16.3. Да, они широкополосные, поэтому мне как бы особо пищалки не нужны, такие, чтобы твиттера пищали и я. Там, интересная больше. Такая штучка здесь. Им, короче, уже знаешь сколько лет? 3 года. Ну это как ширики были у них. Они всю полосу вот. Опа, я нашел, смотрите, что. R2V реклама. Скрытая. Они ничем не скрытая. Так, понятно. Давай здесь откроем. Тут ничего не увидим. Это повседнев, короче, натуральный. Это повседнев. А, давай я спинку можно. Давай, спинку. Покажу, что именно там стоит. По усям, да. О, это не смотрите еще, это рано смотреть на эти сабы. Что у нас по усям там? Так, вот медная шина. Угу. Все здесь подходит. И масса, ну, минус масса автомобиля, и все приходящие плюса и минуса на все. Я понял, хорошо. Вот, так, по усям. А это ты отодвигаешь, нет? Это сейчас скину. Вот это. У нас здесь находится САЗ. Ой, NS1. Нифига себе, раритет какой, блядь. Купил недавно. Так он же это и мощи нормально дает, да? Да, естественно. Он даже больше, чем свое, по-моему, дает. Ну, 6800, по идее, при 12 вольтах. Вся разная. Проводка у тебя вся разная, да? Да. Какая есть, какая была. Короче, какая была, ту и засунул. Да. А это у нас титанат. Это литий титанат. Вот. Здесь две секции. Угу. Получается 8, спереди 40 ампер. Сзади 80 ампер и выходит 120 ампер. 120 в общем. Все, понял. Так. А что еще? А на калитке у тебя этот на усь калитке, есть? На калитке сейчас покажем. Иди сюда. Если тут видно будет. Сейчас. Ну что, у тебя под сидушкой? Да, вот посмотри, под сидушкой. Два мома стоят. Ага, мома 500.FR500.1. FR500.1. Да, они соединены в один ом на каждую калитку, и поэтому глупят хорошо, короче. Вот, теперь мы пришли к самому тут, к изюминке твоей тачки, правильно? Да. Это у нас Уфохи. Ну нихуя не Уфохи. Да, это Уфохи. Блядь. Это в итоге все от СТ. Сверху. Да, верхушка, корзина, все от СТ. Моторы стоят трехдюймовые, по трехдюймовые катушки. Естественно, трехдюймовые моторы с неодимовым керном внутри. Угу. То есть сейчас, если вот так вот сделать... Эти кастомы, можно сказать, прайдовские кастомы, их кто делал тебе? Ты сам ковырял? Не, я заказывал там через под заказ, человека, короче, там да? вот так вот. Тут, тут говорить, мне кажется, нечего. Ты мне скажи, коробок у тебя на сколько этот? Короче, пик на 33.
Это этот... Это музыкальный коробок. Да, это музыкальный коробок. Это экспо-короб. Я не знаю, там увидишь, ну, вот там вот где-то такая щель. Есть щель, вот. И она потом, ну, экспо потом становится. За ушением и опять потом становится шире. Ну, короче, полочка хорошая, я так понимаю. Играют все подряд у тебя этот коробок или нет? Я еще сильно не пристреливался, потому что больше к боевым мне надо было делать для соревнований. Давай, знаешь, что заснимем? Давай ход сабов снимем. Сейчас ты сможешь включить вот с открытым багажником, чтобы они попрыгали немножко. Давай. Красиво будет. Но... Что-нибудь получается на низах, чтобы ход был побольше. Ну вот 31-37 я сейчас сделаю трек. Давай, чтобы ход побольше был. Пацанская девяточка. Кстати, привет пацанам из Car Stereo. Руслану и Вадику. И спасибо за подарок, они знают, о чем я. Теперь послушаем, как у тебя разваливает девяточку. А разваливает жестоко. Сейчас вот крышка багажника, если нахуй. Да, ну хлипкая я не дам, блин. Короче, будем называть эти сабы все-таки эпохами. Давай, накрути. Давай. Пойдет и так. Как медузу Горгону, да, наверное, развивает. Прикольно же.